Всем привет, и мы продолжаем проходить Mark Echoes Getting Up. Что ж, у нас опять то самое задание. Так, ребята, собрались. Башня. Так, давайте посмотрим, что у нас тут есть нового из росписи. Так. Ну, давайте глянем тут у нас. Что тут у нас? Давайте... А, это такое. Не, не хочу. Флоп. Что у нас тут нового из... Трейн. Давай уже вот это вот. А то одно и то же надоело. Wait style. Не, у нас что-то приклеивание. Давайте приклеивание возьмем. Давайте вот. Вот, отлично. А вот это вот мы оставим даже. И давайте мы начнем наше задание. Задание Эрл Марк Экус. И у нас идет загрузочка. Так, а вот мы и здесь. Так, давайте поднимем. Опять их избьем. Да не мог на них. Боже мой, зачем? Что? Это кто? Кому еще жопу? Так, нам надо на башню, главное, не, чтобы они не вызвали подкрепление. Будет больно, может, но это для меня не пользы. О! Понял. Отлично. Отлично, давай еще. Добей его. Хоп. Моя плохая? Моя плохая? Так. Тут сейчас надо будет успеть. Это мы еще помним. А нам тут нужно в вентиляцию, кстати. Да? Помните? Не здесь. Да, боже мой, ты поставишь? Отлично, мы успели. Лифт у нас не работает. Это я хорошо помню. Так, у нас тут что-то было. Отлично. Погнали. Делать то, что нам нужно. Так, мы этот ролик уже видели. Трейн, может, ты бы запрыгнул? О, спасибо. Трейн. Почему ты не хочешь прыгнуть? О боже, что с Трейном происходит? Трейн, давай прыгай. Наконец-то он запрыгнул. Так, мы это уже видели. Так, тем временем у нас Гейб куда-то собрался, а мы... Давайте. Вот так вот. Так, чекпоинт достигнут. А, тут сейчас с лифтом у нас будет. Это да. Хотя, конечно, надо было мне это все не записывать. Так. Если буду жив. Давай. Видно, когда лифт спускается, текстура начинает, наверное, мигать, так можно сказать. Если эти так. Тебя, сразу вызовут ССК. Пройди мимо них незаметно. Это сложно. Черт, ты что-нибудь слышал? Вот в чем дело. Так, быстро кнопки. Лучший способ перемещения по городу. Ты пожалеешь, что вышел сегодня? Давайте мы его быстренько так. Ну, получи. Давай же. Дуракан, закон не писан. Так, этот еще. Быстро. Отлично. С этим мы быстро разобрались. Там был ключ. Так, вот тут вот у нас самое сложное. Неделю назад мне сказали, что я буду на пару с этим парнем бомбить вышку под самым носом у ССК. Я бы только рассмеялся ему в лицо.
Тихо. Спокойно, Трейн. Ненавижу эту работу. Назад, чувак! Тихо, надеюсь, он меня не заметит. Давайте подождем, пока он к нам ближе подойдет, потом опять. И мы его скинем. И все. Спокойно, он сейчас придет. И потом можно будет заняться вторым. Будет все легко. Теперь смотрим. Вот, совсем другое дело. Есть! Упал. Стоять! И нажимай. Не смей этого делать. Не смей. Так, тихо. Так, отлично. Давайте мы его забьем хорошенько. О, сейчас он полетит. Я еще бы сам не упал, кстати. Пошел ты. Так вот, вот мы наконец-то добрались. Куда нам? Куда ты, Трейн? Трейн, куда ты? А теперь можно сюда. А если мы? Не, Трейн, не надо. Опять окно открыто? Отлично. Итак, нам нужно будет наверх. Фак, их теперь трое. Или двое до сих пор. Подойдите кто-нибудь к окну, пожалуйста. Так, вот он, идет. Так, упал. Надеюсь, этот не успеет нажать. Тихо. Не нажимай. Иди сюда. Баба, ах ты, сволочь. Так, спокойно. Так, отлично. Тряхните его! Сволочь! Что, больно? Больно, да? А теперь? Вот это да! Я ж выбил окно. Так, а нам вообще сюда... Так, давайте мы сумочку найдем. Шкала здоровья, это хорошо, конечно же. Задание выполнено. О, да. Боец ССК? Вот это плохо. Интересненько. Отключение на... Ага. А как мне их отключить, ёханый? Может так? Оп. Фак. Никого нету. Как мне залезть на самый верх, ёханый? Боец ССК, твою. Вижу где. Внимание, говорит ССК, вы арестованы. Охренеть. Давайте, если мы откроем огонь. Давайте мы сейчас с этим разберемся, он нам будет мешать. Падай! Ты чё? Какие выстрелы? Ты чё стреляешь? Пошел ты! А, конечно, со своим вертолетом, друганом. Ну давай же! Боец ССК тоже мне. Есть! Тихо, я чуть бы не упал. Спокойно. Здесь нас вертолет не увидит. Нам нужно именно сюда, как я вижу. Спокойно. Хоп. Не получилось. А какого? А как мне? Вот это вообще хороший вопрос. А если вот так? Фак! Скажите мне, как забраться?
Так, что с мышкой? Что с мышкой происходит? Да, мышка. Все, куплю потом новую мышку. Это достало меня. Конкретно. Выше нельзя, да? Куда же идти? Может, в эту вентиляцию? Ну, конечно, сейчас начну стрелять. Я не понимаю, что делать. Вроде бы как нужно, мне кажется, на эту ли... А, вижу, там наверх можно пробраться. Ай-яй-яй, как я мог такое пропустить? Куда? Давай, во-во-во. ССК! Вот это упал. Да опять мышка, что с тобой? Что с мышкой происходит? Я не понимаю. Так, одну минуту. Сволочь. А ну иди сюда, пала. Вот это козе. О, спасибо, что ты упал. Ты мне получишь, ССК. Давай. Отлично. Вот вертолет, конечно, будет хорошенько нам мешать. Так, спокойно. Нам еще дальше. Лампа мешает. Давайте мы поднимемся. Где эти буквы? Надо Т будет. Ага, все понятно. Что надо сделать? Что надо нам сделать? Я не буду тратить время на бойца ССК. Я сразу пойду вниз. Типа упал. Отлично. Давай. Внимание, говорит ССК. Вы арестованы. Вопрос один, как... А, спуститься, я понял, как. Давай ко мне. Сволочь. Бегает, гад. Вот, совсем другое дело. Достал. Да пошел ты. Да иди ты. Да блин. Так, он вроде бы вот здесь. Я не помню, как... А. Нам надо вот эту... Ну? Что дальше? Да! Трейн СВ. Все, свободные у нас есть. Мы справились с заданием. Вау. А это наш... Ага, прокатиться на крышу. А это наш путь назад, да, да, можно так сказать. Домой. Давайте мы поднимемся наверх. Так, вот он, трамвайчик. Увидимся. Так, на крыше, да? Отлично. Задание выполнено. Просто замечательно. Сохранение игры. О, это тех трамваи. Давайте, не хочу. Так, а тут что делать?
Забомби все четыре. Ага. Так. О, опять эта музыка. Так. Надеюсь, мне за авторские права не забанят за музыку. Так. О-о-о. ССК, как обычно. Пошел ты. Так, давайте. Спокойно. Вот. Это первое только. Еще три будет. Три вагона. Воу-воу-воу, фак. Ага. Хоп! Черт! Я не то сделал. А, вижу, вижу вагон. Ой, сейчас придется прыгать. Так. Фак. Я не успел. What the fuck? Все будет сложно. Фак. Пошел ты. Замечен подозреваемый. Начинаем проверку. Пошел. Надо его столкнуть. Да что же это такое? Куда ты? Вы это видите? What the fuck? Почему он плывет? Класс. Ладно. У меня есть. Нет, тут ничего нельзя сделать. Блин, задание какое? Там все четыре вагона трамвая. Почему он, так можно сказать, там плыл? О, все нормально теперь стало. Это хорошо. Пошел ты! Вы посмотрите, как. Какой он? Ну. Второй вагон. Иди ты к черту. Ха-ха-ха. Попал, да? Твою! Налево. Слазь! Все, я умру. Хотя не факт. Стоит ли тебе со мной отлично. Мне бы ХП. Куда ты пошел? Мой, как мне надо ХП. Да куда ты пошел? Мне надо срочно ХП. Нет, нет. Оп. Он мне так видеть хотя бы не будет. Тихо. Он нас не видит, и это хорошо. Кто меня нашел? Как ты меня нашел? Ой, достал. Так, рисуем. Граффити, главное выжить. Ой, как главное это выжить. Да. Нам еще два вагончика останется. Мне кажется, нам один выстрел, и мы мертвы. Да! Да наверх, давай! Конечно. А вот ты... Не, не конец. Да пошел ты! О, ну конечно. Полетел, сволочь.
Так, спокойно. Так, есть, два вагона еще осталось. Так, надеюсь, будь... О, Гейб! Чекпоинт, это вообще хорошо. Чекпоинт, это вообще хорошо. Класс, спасибо за чекпоинт. Я сдох. Надеюсь, будет хотя бы ХП одинаковое. Ну, то есть, ну, полное ХП. А если... Так, ждем вагон тогда здесь. Так, что тут у нас еще есть? Ничего. А вот вижу ХПшка. Ладно, ждем вагон. Ой-ё! Лобануло хорошенько. На, получи. Ай! Нам еще два вагона нужно. Два вагона. Вроде бы, может, третий, четвертый или четвертый, там еще какой-то. Но четвертый по-любому. Не, или мы четвертый уже. Ладно, какой там будет. О, едет вагон, вижу, едет вагон. Едет, едет. Так. Нам еще два вагона. Я не знаю, может, миссия закончится. Или что-то еще надо будет сделать. Ну да ладно. Главное, что у нас получилось. Первая, ну, башня у нас получилась, это хорошо, был чекпоинт, было сохранение. Так, вот четвертый. Давайте мы сразу запрыгнем наверх. Что это случается, я не пойму. Так, давайте подождем, потому что сейчас еще тут будет остановочка типа. Вот она. Можно забраться выше. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, иди к черту. Так, давайте мы начинаем рисовать. Ну, что я графити. Отлично. Так, по чуть-чуть. Сначала буквы, а потом остальное. Так. Тихо. Главное, чтобы нас не заметили, иначе будет плохо. Приприносит самое большое. Не, мне сейчас. Вау, конечно. Кто же еще может быть? Да... Взять его? Отлично, он упал. Я чуть бы сам не упал. Что это было? Что это было, я не знаю. Тоже их ненавижу. Да, не торопись. Давайте сюда сразу. Есть, еще один вагон. Да пошел ты. Достал. А ты вообще отстань. Ах ты косю. О, а это уже рисованный вагон. Окей. Нужен, кстати, еще один вагон. И все. Это понятно. Пошел ты. А, давайте тут остановимся. А, не получится. Хотя, может, и получится. Иди сюда. Слазь! Слазь, я тебе говорю! Слазь! Падай. Козёл, а? Посмотрите на эту мразь. Да что? Я думаю, мышка. Вот это он... Есть! Ну, что тебе ещё? Отлично. Ждем вагончик. Это разрисованный. Так, какие у нас там задания? Все четыре вагона. Вот, ждем вагон. Если не будем, перепрыгнем на вагон какой-то и будем езжать и смотреть там. Ждем, в общем.
Сейчас сюда должен приехать вагон один. Если он будет разукрашенный, мы садимся на него и едем дальше, чтобы там найти. Вот, один как раз уже подходит. Наконец-то. Вот тут вертолет засел на месте специально, чтобы мы не могли высунуться толком. Ну, подождем. Вагон наш. Как он долго? Мне кажется, это разукра... Ну, на... уже в граффити. О, повернусь даже. Нельзя. И вроде... Или... О, неужели? Неужели, неужели? Последний вагон. Фак! Фак! Валим, 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 валим. Я еще бы не попался. Я чуть бы просто не попался. Понимаете? Он сейчас думает, меня не, здесь нет. О, боже, что с камерой было. Сейчас мы быстро от, как от него отъедем. Все. Дальше на него чисто, по барабану. О, ССК. Ну, давайте мы в первую очередь сделаем то, что нам нужно. Да, ненавижу подтеки, да. Правильно, трейн. Последний вагон. Здесь нас не убьют. Это будет смешно. Ну ладно. Давайте последнее. Вот так. Надо поосторожнее. Спокойно, Трей. Что он делает? Идиот. Видели, что он делал? Он пытался меня убить, наверное. В итоге сам упал. Задание выполнено. Отлично. Что же дальше? О! Музон! Где ты, музон? О-о-о! Спокойно? Да, у нас это получилось. О-о! А вот это вот не... А, это, наверное, телевидение или ССК? А, да, телевидение. Оно. Оно самое. Ты должна быть Трейн? Может быть. Я тебя знаю. Карен Лайт. Та, что из телека. Эй, ну убери свою чертову камеру! Мы пришли снять репортаж о том, какой молодец шеф Хант и как славно он борется. Никто не рассказывает о происходящем с вашей точки зрения, поэтому я здесь. И что? Я хочу узнать побольше о граффити, направленном против компании Мэра Сунга. Его лицо с цифрами внизу. Может, Мэра Шэньцунга? 906, кажется. Без понятия. Это не мы. Но если дадите эфирное время, может, что-нибудь придумаем. Идет. Вот моя визитка. Звонок бесплатный. Правило одно. Никаких лиц. Правило. О! Мы должны делать что угодно, чтобы защититься. ССК охотятся за нами, как за убийцами. Но мы же никого не трогаем. Если это так, почему мэр хочет извести всех граффити-художников? Однажды люди поумнеют и поймут, что Сунг и его ССК — банда мошенников и преступников. Они пытаются посеять между нами вражду. Но мы свободны, мистер мэр! Свободны! Вандалы рулят! Это наш город! Кто следует? Может, вы, мисс Лайт? Окей. Итак, смотрите наш спецвыпуск. Да. Граффити, уличное искусство или обыкновенный вандализм. С вами Карен Лайт, канал ННР. А вот и все, мы прошли, и думаю, пора заканчивать эту серию. Да, пора заканчивать эту серию. Близко мы к концу. Наверное, да, уже. Еще можно так сказать, раз, два, три, четыре, пять таких локаций. А там еще под локацией, можно сказать. Ну, в общем, мы еще близко к концу. Не знаю, как остальные продолжительные. Сам был Саня.
Надеюсь, вам понравилось. Всем пока и до следующей части.